Друзья, всем привет! Привет из прошлого. У вас уже Новый год, а у нас еще 29 декабря. Сейчас мы собираемся с Фабио вместе, едем в магазин закупаться продуктами к Новому году. Вот, поснимаю для вас, если это будет возможно в магазине, потому что не у всех магазинов можно снимать. Вот, у нас солнечный денек, хорошая погода, поэтому поехали. Здесь в Италии уже новое правило: в общественные места нужно с маской ходить, не медицинской, а вот такой уже с более серьезной защитой. Поэтому поговорить не получится долго, в этой маске очень сложно говорить и дышать. Вот мы приехали сейчас стирать. Итак, нужно найти нам барабан для наших больших вещей. Все, пока машинка стирает, мы идем сейчас закупаться продуктами. Приехали мы уже с магазина, хочу вам показать небольшие покупки интересные. Вот, я хочу отправить потом посылочку своим племянникам, моей маме в Беларусь и какие-то подарочки им положить в посылку. Вот у нас здесь в Италии есть после Нового года такой день Бифана. Я вам напишу в описании, почему его празднуют. Очень интересная история, потом почитайте обязательно под видео. Так вот, здесь в Италии продают в таких юбочках у ведьмы всякие вкусности, сладости. Вот это вот киндер. Вот одну такую бабку-ёшку. И вот такую вторую красотку. Я своим племянникам купила в подарок. Стоили они где-то около 9 евро. Киндер. Потом взяла такие конфетки. Очень вкусные. Троны. А затем классические вафли из Лоакер. Очень вкусные. Затем взяли потом попробовать на Новый год с семьей и мужа вот такие печеньки. Кто видел, я думаю, знают. Китайские. Как бы они придумали, наверное, в Китае.
когда разламываете печеньку, там есть какое-то пожелание. Будем вытягивать, будем смотреть. Затем взяла кофе, большую пачку была на скидке, где-то тоже около 9 евро. И традиционный, конечно, панеттоне. Итальянский хлеб, выпечка. Всегда продается перед Рождеством. Взяли два таких, одну маме, одну, один панеттоне маме, один племянникам. И также взяли печеньки, это уже на день рождения моей свекрови уже готовимся. У нее в феврале, но заранее. Такой в подарок. Взяли тоже, где-то стоило около 7 евро. Также в Конт увидела Пантин, большая упаковка. Почти 700 миллилитров за 3,99, кажется, стоило, взяла. И такая подложка в Лидо мы взяли. Стоило тоже 3 с копейками на стол, защитная. Я думаю, здесь будет хорошо работать и с мышкой. Мне пришла посылочка с Zalando. Заказывала для своего племянника подарочек на день рождения. Сейчас открою вместе с вами. Там внутри. Открываем. Это обувь марка Диадора, итальянская. Сейчас откроем, посмотрим. Вот такую обувь я взяла в подарок своему племяннику. Они как раз сейчас были на скидке. Взяла эти кроссовочки за 41 евро. Стоили они на скидке. Без скидки они стоили 60 евро. Взяла размер 39. У него сейчас 38. Я думаю, на весну, на лето будет ему как раз. Надеюсь, размером угадала. Вот, так что подарочек уже один готов. Нужно будет положить только в посылочку. Всем привет! Сегодня 30 число, день перед Новым годом. Взяла в руки телефон заснять одно видео. Фабио работает в гараже, говорит, почему ты меня не снимаешь, поэтому идем, вам покажу то, что там Фабио делает. Решил перед Новым годом заняться ремонтом в гараже. Что он тут делает? Вот возводит стенку, работает и с плиткой, и с цементом. Говорит, почему ты меня не снимаешь? Как я тут работаю? Ну вот, по заказам тех, кто работает. Возводим стенку, также снимаем на память, чтобы потом посмотреть, как здесь все изменится. Напоминаю, кто забыл, кто меня смотрит первый раз, этот угол, это место мы потом хотим сделать для машинки стиральной. Здесь всякие мыльные, рыльные вещи ставить в уголке, в шкафчике. Поэтому вот такой у нас вот ужас пока происходит. Вот. Так что на память нам тоже останется посмотреть потом видео, как все мы поменяем. Потихоньку работаем. У нас 30 декабря. Вот, Фабио нечего делать дома, решил работать здесь. Ну, это хорошо, потому что потом можно поставить стиральную машинку, потому что пока у нас ее нету. Приходится ездить стирать в общественные места. У нас такая шикарная погодка, что у нас даже цветут цветы. Я думала, они цветут только по весне. Оказывается, даже в декабре, в конце декабря. Вот, я не знаю, как это растение называется, но цветочки такие желтенькие. Красота. Мне свекровь привезла такой розмаринчик в горшке. Я сама пыталась вырастить его. Просто втыкается розмарин в воду, и оно через недельки-две, наверное, пускает корни. Но вот она мне решила подарить уже готовый. Вот, дружок, пирожок. Привет, скажи всем. Приветусики. Завтра будем Новый год отмечать. Наверное, двойную порцию какой-нибудь вкусняшки можно дать в качестве подарка. О. Альпинист.
обязательно на высоте нужно помыться, потому что не слишком чистый думается. Фуфи, иди сюда. Иди сюда. Фуфи. Давай, прыжок. Ой. Ну не красавчик ли? Ах ты мой бубонька. Уфочка. Хорошо, когда тепло. Нет морозов. Когда холодно, сидит обычно у нас в гараже. Что-то на улице. Некомфортная температура. Сегодня солнышко. Сегодня можно погреться. Мы сейчас идем за водой. Смотрите, какой у нас туман. У нас почти каждый день вот такой сильный туман. Как туман на Альбион. Обалдеть. Декабря. Мы готовимся уже к Новому году. У вас бывает такое, что вы купили что-то в магазине, потом приехали домой, и там через день вы поняли, что что-то вы забыли купить. Вот так я вчера купила. Купили мы все, закупились, все продуктами в магазине вы видели. Приезжаем домой, я понимаю, что, наверное, майонез забыли. Вчера сходила за майонезом 30-го. Сегодня, вернее, вчера вечером, когда вернулась с магазина, поняла, что забыла молоко. Пришла сейчас с магазина, купила молоко. Вот, сейчас нужно убирать дом, поэтому сегодня будет половина дня день уборки и половина дня готовки. Поэтому вот такие у нас дела. Последний день в этом году. У нас такой солнечный денек. Все тепло. Даже не верится, что декабрь. Сейчас в Белоруссии холодно, снег лежит, а у нас солнце, день чудесный, тепло. Я вот так вот в байке ходила, выходила, выбегала в магазин, очень даже жарко. Вот такой денек у нас. Солнышко. Там на вершине гор лежит снег. Видите? Какая красота. Фабио работает сейчас в гараже, продолжает вчерашнюю работу, поэтому пойдемте посмотрим, что он там делает. Я сейчас коврики иду вытряхивать. Такая у нас погодка шикарная. Так тепленько. Такая красота. Просто. Что только на один денек снежок выпал, хватит. Так, чтобы такое солнышко было. Фуфочка тут. Ох ты, баловень. С Новым годом тебя, баловень. Баловень. Пошли посмотрим, что там Фабио делает. Вот. Мы тут вчера выстраивали эти профили направляющие. Потому что у нас слева будет здесь дверь. Отгорожено будет от этой общей территории. Надеюсь, вам понятно. Это будет часть постирочная, а эту мы часть отгородим дверью. Поэтому нам нужно сейчас опустить немножко для двери место, и потолок будет опускаться потом. Потом пришла помогать. Да? Фуфочка. Любитель полазить по деревьям. Скалолаз. Уже все деревья тут. Все деревья оседлал. Уже везде побывал. Дурость включается. Включается дурость. Ловочка. Ой-ой-ой. Охотник. Куда, Фуфи? А ну! Начинает кусать уже оленя.
Дом чистый, уже все убрано. Решила также машину помыть заодно. А то была очень испачкана. Фабио работает каждый вечер, приезжает домой поздно. Поэтому не было времени ее мыть, когда уже поздно. Вот сейчас было времечко свободное, решила тоже ее привести в порядок. Теперь чистенькая, беленькая, как с завода. Будет приятно потом 1 или 2 января куда-нибудь поехать на чистой машинке. Посмотрим, что тут Фабио делает. Прикручивает гипсокартон. Тело движется потихоньку, но надо уже завершать, потому что 31 декабря нужно идти уже отдыхать и праздновать. Немножко поработали с освещением, закладываем трубы для освещения потом. Так у нас тут продвигается. Работа идет, но уже пора идти салат делать, рубать оливюшку. Есть у нас с мамой традиция на Новый год, перед Новым годом, получается, вечером сходить в душ, как бы войти в Новый год с новыми, свежими телами, мыслями, очиститься от всего, что было в этом году. Так что по традиции я тоже с вами идем вместе в душ. Для этого нужно разжечь камин, поэтому сейчас будем заниматься растопкой камина. Вот, этот год заканчивается, у вас уже он наступил, поэтому не знаю, что нам принесет Новый год, но надеюсь, будет он также плодотворным, позитивным. Будем строить новые планы, осуществлять их. Вот. Что еще хотелось бы сказать перед наступлением в Новый год. То, что этот год был для нас неплохим. Надеюсь, он тоже у вас был таким же. И ждем уже Нового года. Надо идти салаты нарезать, готовиться потихоньку. Вот такое у нас предновогоднее настроение. Пойду включу, наверное, Кевину. Потому что если не посмотреть по традиции номер 2, Кевин останется в этом году. Нужно его включить, посмотреть на Ютубе, найти. Вот, так что пойдемте растопим камин. У нас такое солнышко здесь светит. Красиво. Вот такое настроение у нас. Погодка сегодня вообще отличная просто. Тепло. Даже вот я выходила в магазин, в одной кофте было отлично. Ни жарко, ни холодно. Декабрь. Ищу на Ютубе «Один дома». Только ввела отдых, уже сразу выскакивает «Один дома», «Один дома», «Один за всех». Поэтому «Один дома» один. Что мы тут найдем? Сразу «Один дома» два. «Один дома» уже традиционно, я смотрю у всех. А на Ютубе тут любимые эти фильмы. Поэтому в этом году Кевин должен остаться один дома. Как-то мы покупали у Лера Мерлен такой коврик для кухни, вот сюда его постелить. Все время забывали, было не очень как-то и холодно потом. Так что сейчас я хочу распаковать его и постелить, то, что сейчас буду готовить, чтобы было в ногах теплее. Вот так получилось. Теперь будет теплее работать на кухне, готовить. Вот. Не слишком длинная, не слишком короткая. В самый раз нам получилось. Традиция номер 3 у нас была с мамой, это делать мини-пиццу. Ну, мы называем это мини-пиццей, но как бы это горячие бутерброды, скорее всего. В общем, они делаются очень просто. Берете, нарезаете батон небольшими ломтиками, окунаете его в молоко. Затем наносим сверху томатную пасту, колбасу, сыр, сверху майонез. И запекаем в духовке где-то около 10-15 минут, чтобы снизу была небольшая корочка. Вот, такие у нас традиции с мамой.
Нашла какой-то батон здесь в Италии, думала, такого здесь не продается. Оказывается, вот нашла такой батон интересный. Ну, очень похож на батон. Такими дырочками красивыми. Вот первый раз делать с таким хлебом, потому что в прошлом году я не делала, не нашла батон, похож на батон. В этом году посчастливилась найти. Будем делать. Все, друзья, мы садимся уже за стол, будем праздновать. Всех вас поздравляем также с наступающим Новым годом. У вас он уже, конечно же, наступил. Вы это видео увидите уже в Новом году. Ну а нам в прошлом 2021 мы говорим вам всем, друзья, пока-пока. До встречи в Новом году. Осталось 30 секунд до Нового года здесь, в Италии. 24, 23, 22. Уже слышно, как стреляет фейерверк. Друзья, всех с Новым годом, с новым 2022. Пусть у вас все будет хорошо, друзья. Всех, друзья, с 1 января. Утро начинается с чашечки кофе. У Фабио чай. Мы сейчас собираемся идти к родителям мужа на обед. Я вот приготовила такую елочку. Вчера не готовила, уже думала, приготовлю для всех. Все вместе будем кушать. Это классный рецепт. Тесто можете брать как для
Тесто можете взять слоеное, я взяла в этом случае как для пиццы. Добавляете рикотту вместе со шпинатом порезанным, соль, перец, приправы, также сыр и сыр моцарелла. И сверху также закрываете, перекручиваете, вот такой вот результат. Надеюсь, будет вкусно, потому что готовлю первый раз, видела в интернете рецепт, решила повторить. Вот. Приготовила также драники, салат оливье. Вот идем сейчас кушать, буду угощать, можно сказать, белорусской кухней. Но вот эти ингредиенты здесь, как бы, они итальянские. Так что, друзья, еще раз всех с Новым годом. Счастья, здоровья, удачи, любви, всего-всего самого хорошего. А мы пошли кушать на обед к нашим родителям мужа. На этом, друзья, все. Заканчиваем видео. Увидимся в следующий раз. Всем желаю хорошего вечера, как всегда. Обнимаю, целую. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Также на Инстаграм переходите. Все, пока-пока.